Хочу заснять в деревне офис деда Миши. Это не что иное, как самогоноварочное помещение. Значит, здесь стоят у него баки, в которых уводят самогон. Значит, деревня большая, самогонки нужно много. А вот в этом баке заливается вода, сахар и дрожжи. Получается вот такое варево. Потом через 2 дня гонится самогон. А вот этим трубом выходит настоящая самогонка, которая из этой бочки подается ко столу другой половине деревни. В общем, одна половина деревни варит самогон, другая половина деревни потребляет самогон. А потом они меняются местами. И сразу видно в деревне, кто варит самогон, а кто его потребляет. Стоит самогон 100 рублей бутылка. И дед Миша говорит, что за сутки выпивается порядка 2 ведер. Самогонки, а если праздник, то доходит до бочки. Вот такие дела. Ох, запах.